Ребята, всем привет! Ребята, всем привет! Знаете, вопреки здравому смыслу, я поставила яйца, и мы начинаем. Сегодня, если честно, мукбанг моей мечты. Я никогда это не делала. Во-первых, ладно, сейчас, дайте собраться. Все, подождите. Во-первых, как вам ее окрашивание? Я хотела сделать более пастельные прядки, но какие получились, такие получились. Я немного засняла процесс, поэтому, возможно, поделюсь этим в следующем видео. Но сейчас не об этом. Сейчас не об этом, потому что сегодня мы с вами едим самый большой киндер. Раз. Поменьше киндер. Два. И посмотрите, какой обычный киндер-малютка по сравнению вот с этим гигантом. Ну что, давайте начинать. Ну, приступим. Смотрите, у нас сегодня с вами подарки киндер. Разные подарки киндер я купила. Пьем чаек. Ну и начинаем. Если честно, мне было очень интересно, что в этом домике. Но этот домик держит яйцо, поэтому... Нет, не получится. Давайте посмотрим, что вот в этом. Открываем первый подарок. Ребята, я вас всех хочу также поздравить с наступающим. Если честно, у меня уже новогоднее настроение. Посмотрим, что в этом подарке от Kinder. Так, батончик Kinder. Новогодний Kinder-шоколад. Так, ну и Kinder Maxi. Слушайте, даже нет никакого... Никакой игрушки нет. Ну ладно, давайте откроем киндер-шоколад. Попробуем. О, ребят, смотрите, какие новогодние обертки у киндера. Сегодня была... Была в Ашане. И когда увидела это яйцо, я не смогла пройти мимо. У меня кошка прям проходит... Вот, все спокойно. Какой подарок? Ну, честно, беспонтово. Знаете, что вот в киндере мне не нравится в этих подарках? Ну, вот уже я поняла, что слишком они дорого стоят, и там мало шоколада. Угу. Давайте дальше. Ребят, честно, новогоднее настроение просто имеется. Посмотрите, такой вот, такая фигурка киндер. Открываем. Знаете, сегодня хочу минимум разговора и максимум шелеста, обзора. Такой вот ангелочек. Шоколад как в киндере. Ребят, сейчас снимаю, понимаю, что это надо было делать АСМР. Ну ладно, у нас сейчас с вами все вместе. Посмотрите, какой он большой. Я честно вам скажу, с детства мечтала о таких больших. Реально, но... Мне все маленькие покупали. Оп! Шоколад очень вкусный.
Там что-то новогоднее. Ете. Открываем. Такая штука. Ну, посмотрим. Посмотрите. Собрала. Ну, в целом, прикольная игрушка. Игрушка реально прикольная. Поставим ее, да, как трофей. Жарко. Давайте дальше. Посмотрим, что вот в этом подарке. Слушайте, настроение абсолютно новогоднее. Я просто не смогла пройти мимо этих подарков. Ну, потому что они шикарные. Знаете, там еще так много их. Я в шоке была. Я не знаю, как это открывается, поэтому я просто ру. Ребята! В этом подарке... Посмотрите, кстати, лучший подарок. Вот столько киндеров Макси, этих шоколадок. Но это ладно. Такая же еще шоколадка. И, ребят, вот это хорошие пирамидки. Посмотрите на них, потому что здесь внутри идет киндер-сюрприз. Давайте его и откроем. Чари. Так, меня, как обычно, отвлекает моя собака от видео. Открываем. Что там за подарок? Это, по-моему, носорог. Сейчас. Ребят, ну я все собираю. Вы знаете, я люблю очень киндер-сюрпризы. Я в детстве их обожала только из-за игрушки. Я тут узнала, что в Америке это спорная такая сладость. Ее вроде даже много где не продают. Из-за того, что там внутри игрушка. Посмотрите, какой прикольный. Мне это нравилось. Через наклеечки на него. Ладно, сейчас не будем отвлекаться. Давайте попробуем саму шоколадку. Это, знаете, такая серия со слоненком. Продолжаем, ребят. Это я открываю последним. Я боюсь это открывать. Такой вот фигурка Деда Мороза. Ух ты, посмотрите. Он и здесь такой красивый. Ну вот киндер, знаете. Шоколад волшебный. Открываем такой вот домик. Ребят, все вот эти домики по стоимости где-то 300 рублей. Давайте смотреть. Тут что-то необычное. Посмотрите-ка, Буэна. Но они персональные, в конфетках. Персональные Буэна. Давайте попробуем. О, это шикарно вообще. И
опять. Везде идут Макси, которые они продают по 30 рублей. Ой, посмотрите, тоже такого не видела. Тоже такие конфетки. Ну, просто шоколад в виде конфеток. Такие две дольки. Ну-ка, буэна. Просто обычная долька. Вы знаете, это все одно и то же в разной упаковке. Ребят, ну и наш трофей. Зачем мы все сегодня собрались? Ребята, он стоит 1000 рублей. 1000, вот это яйцо стоит. Оно размером с мою голову. Оно огромное. Давайте открывать. Фух. Ребят, если б не вы, честно, я бы его никогда не купила, потому что, ну, представьте, за киндер давать 1000 рублей. Но мне было очень интересно, какие там внутри игрушки. Что вообще там? Открываем. Он еще, знаете, так запечатан. Такой фольгой мощный. Вообще. Фух. Барабанная дробь. Вы гляньте. Алло, алло. Это что за яйцо дракона? Это яйцо мамонта, я не знаю, у кого. Быка. Толщина шоколада. Тут вроде бы 200 грамм шоколада в этом яйце. По весу я бы так не сказала. Легкая. Открываем. Слушайте, как все запечатано. Прям ребенок даже бы не открыл. Ребят, я не знаю, что это за мультик. Подскажите мне, котики. Но тут мне попался. Это мальчик или девочка? Кошка. Мальчик. Вау! Слушайте, какой крутой. Во-первых, посмотрите. Какое качество фигурки. Это мальчик. Сейчас я соберу, вам покажу. Вау. Слушайте, вот это топово. Богатые дети, конечно, шикуют реально, потому что... Ну, раньше в моем детстве вообще не было таких яиц. Скажем прямо. Но даже если бы были, я думаю... Ну, поняли, да? Но это просто бомба. Я обожаю собирать киндеры. Я всегда... я этим горжусь, что я собираю киндеры без инструкции. Хотя чем гордиться, да? Ну вот. Я в детстве всегда собирала без инструкции. Так. Боже, что это? Как это? Ребят, ну буду разбираться, сейчас играться тут. Ну, в общем, вот, посмотрите, какая игрушка в киндере за 1000. Это из мультика. Кто смотрел этот мультик, пишите, что это за мультик, скажите мне, пожалуйста. Но, видимо, знаете, вот в этих дорогих киндерах у них нет проигрышной игрушки, все игрушки хороши. Ох, жара. Так, ну что, у нас остался последний киндер. Ну, один мы уже максимально распаковали, остался последний. Так, открываем. Шоколадку сразу в рот. Хм.
Милый такой, знаете, оленёшкин. Смотрите, милаха. Ребят, ну что, давайте подведем итоги. Тут столько шоколада. Подводим итоги наши, подсчитываем трофеи, что у нас получилось. Ну, во-первых, во всех подарках очень много вот таких вот Макси. Прикольно, что мы увидели вот такие вот мини, потому что, правда, я их не видела раньше вообще нигде. Ну, игрушки, поехали. Вот эта игрушечка за 300 рублей в Киндере. Это... Киндере за 1000 рублей. Видно, да, разница? Разница очевидна. И вот это вот обычные игрушечки из обычных киндеров, которые мы все с вами знаем. Конечно же, не бегемотики. Но, тем не менее, кстати, неплохие игрушки. Вообще, я довольна. Как вам распаковка подарков киндер? Честно? Даже не знаю, рекомендовала бы я к покупке. Вот этот домик неплохой. Для ребенка, в принципе, нормально, но подарки... Нет там яиц. Нет там яиц, поэтому... Только у нас в одном подарке было яйцо, это вот в этом. Поэтому имейте в виду, если будете брать, покупать вот этот с яйцом, остальные просто с шоколадками... Ну, как мы знаем, что яйца все дорогие, а шоколадки киндер, в принципе, доступны. Вот такие вот везде продаются по 25, по 30 рублей. И вот они их активненько кладут в подарки. И, честно, я рада. У меня закрыт мой гештальт. Он закрылся, потому что я всегда мечтала посмотреть, что внутри такого большого яйца. Мы с вами посмотрели. В принципе, мне кажется, крутой мне попался мужчина-кошка. Вот, поэтому подписывайтесь на канал. Всех люблю, целую, с наступающим, пока!